Сопредседателя партии «Республика Таджур» Камчыбек Аташиева сняли с предвыборной гонки. Такое решение сегодня приняла Центральная избирательная комиссия. Поводом для такого решения стало уголовное дело, возбужденное по факту избиения Аташиевым кандидата от партии «Нугу Прогресс» Абдыманапа Абдыбахапова. Кроме того, ЦИК вынес официальное предупреждение партии «Республика Таджур». В свою очередь, партия «Республика Таджур» заявила, что обжалует в суде решение ЦИК об отмене регистрации кандидата в депутаты Камчыбека Аташиева. Сайкал Султанкулова с подробностями. Пресс-конференцию уже бывший кандидат в депутаты Камчыбек Аташиев созвал до того, как стало известно решение членов Центральной избирательной комиссии. Сопредседатель партии «Республика Атаджурт» Камчыбек Аташиев заявил, что даже пальцем не трогал кандидата от партии «Үнүгү Прогресс» Абдыманапа Абдыбахапова. Я никого не бил. Если бы я побил, да, если бы ударил, я думаю, немало показалось бы, да, кому бы то ни было. Никаких сломанных ребер не было, никаких сотрясений мозгов не было. Вот, пожалуйста, снимки черепа, все другое. То есть все эта работа была подготовлена против меня, против нашей партии. Однако уполномоченный представитель партии «Үнүгү Прогресс» Алмаз Конутаев утверждает, что Абдыбахапов получил телесные повреждения именно от Аташиева. По его словам, кроме Аташиева, среди нападавших был его родной брат Шаербек Аташиев, его уйкульбаба Алмаз и Абдысатар, друг, водитель и два телехранителя. После Аташиев порвал всю атрибутику партии, а его подельники разгромили штаб, раскидав мебель, технику и агитационные материалы, продолжает рассказывать Конутаев. В итоге потерпевший был госпитализирован в Джалалабадскую облбольницу. У него зафиксированы кровоподтеки и сотрясение головного мозга. По данному факту дело ведет УВД Джалалабадской области. Более того, в своем заявлении Абдыбахапов указал, что во время потасовки с Аташиевым у него пропали 20 тысяч долларов. С его рук написано, якобы я забрал у него 20 тысяч долларов с его кармана. Вот это написано. То есть, ну я не знаю, украл или забрал. Вот он так написано. Это он придумал, это 20 тысяч долларов. Ближе к вечеру члены ЦИКа принялись решать дальнейшую судьбу Камчыбека Аташиева в предвыборной гонке. Кроме того, члены партии были замечены и в другом нарушении. Так, кандидат от партии «Республика Атаджур» нанес ножевое ранение агитатору партии «Кыргызстан». Отменить регистрацию кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Камчыбека Кыдыршаевича Аташиева, выдвинутого в списке кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики под политические партии «Республика Атаджур». Этот вопрос привел членов ЦИКа к бурному обсуждению. Сопредседатель проводит хулиганские действия. И получается, что в нашем парламенте будут одни забияки, хулиганы и нарушители законодательства, которые по выборам. Я считаю, что мое предложение все-таки поставить вопрос о республике, о снятии вообще политической партии «Республика Атаджур» с этой политической гонки. Тергеу үшін шықмайынша бір кішіні гүнөрі деп айтыш, бұл тура емес. Ошондуктан бұл кішіге алып салу емес, ескерту беріп. В итоге мнения разделились, но все же большинством голосов ЦИК принял решение. 9 членов проголосовали за снятие Аташиева с предвыборной гонки, двое против. За нарушение правил ведения предвыборной агитации кандидат депутаты или сопредседатель партии «Республика Атаджур» снят с регистрации. Кроме того, ЦИК вынес официальное предупреждение партии «Республика Атаджур», заявив, что это последнее предупреждение в адрес этой партии. Сайкал Султанкулова, Тимур Сыдыгалиев, Общественный первый канал.